Работы, которые были представлены на выставке, объединены названием «Творчеством согреется душа». И это не случайно. Авторы работ – сильные духом люди. Они преодолели многие трудности на своем пути и сумели найти себя в творчестве. С открытием выставки собравшихся поздравили представители духовенства и руководители социальной сферы района. Ведущие торжества отметили большой благотворительный вклад в развитие интерната в поселке Луговой, директоров дмитровских предприятий, ковровой фабрики и мебельного комбината. Один из них, Игорь Макаров, присутствовал на открытии и сказал теплые слова в адрес подопечных интерната и устроителей экспозиции. Открытие данной выставки стало возможным благодаря усилиям всех сотрудников интерната. Особенно постарались Александр Конопелькин, Владимир Кротов и Александр Коновалов. Их наградили благодарственными письмами, а от библиотеки им подарили три новейшие книги. Отдельное слово было сказано о заведующей лечебно-трудовыми мастерскими интерната Наталье Крыловой, которая поддержала увлеченных людей в их творческой работе. Ей также было вручено благодарственное письмо. После торжественной части все желающие смогли ознакомиться с выставкой людей, чье творчество стало настоящим окном в мир. Ведь для человека, у которого ограничен контакт с окружающей действительностью, творчество является спасением. Выставка будет работать до 15 февраля в холле Центральной библиотеки.